Совершенно отвратительная графика Flash! Текстурки 2001 год! Хуже, чем в Думе! В другом Думе! Я купил 4 GTX 680, когда они работают в комнате жарко, как в подмышке сатаны! И что я получил в итоге? Пятиугольные пальцы! Мыло! Небрежное отношение к предметам интерьера! Нечеткая тёлка 640 на 480! Мазня вместо текстур! Куртка из кожи заменителя! Непрорисованное оружие! Экономили на прорисовке фона! Он как бы смотрит на консоли и говорит, из-за вас графика такая херовая! Шейдерная вода, как в 2004 году! Листва настолько плоская, что об неё можно обрезаться! Двухмерный огонь! Треугольная голова! Гомик! Полтора полигона! А это белочка. Я капитан Шепард, и это самая отстойная игра на Цитадели. Эти текстурки настолько мутные, что им нужно сделать эвтаназию из милосердия. Непонятные надписи на английском. Вот это просто трындец, полигоны. В чем ваша проблема? Да мы сами в шоке, бро. Кариес! Это что, пончик? Ну конечно, у них было время рисовать пончики, но не было времени сделать качественную игру. Подводя итоги, хочется сказать, что продам 4 видеокарты GTX 680 по причине их полной ненадобности.